Завод истребителей, где директором Левин дважды завоевал знамя Государственного комитета обороны. В июне завод выполнил программу на 103%. На этих лишних 3% наши летчики наделают немцам много бед. Начальник летно-испытательного цеха, инженер-орденоносец Луцкой и военпред Языков подписывает акт о приемке нового истребителя. Завод штурмовиков. Испытывается новая партия штурмовиков перед отправкой на фронт. Конструктор знаменитого Илла Ильюшин и летчик-испытатель Кокинаки.